В научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошел буккроссинг – хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте для того, чтобы другой случайный человек мог эту книгу найти и прочитать. Предполагается, что тот, в свою очередь, повторит это действие. Именно такой проект запустили сотрудники научной библиотеки Николая Лобачевского. Открытая полка в нашей библиотеке работает более 10 лет. Там представлены различные книги, как учебная литература, художественная и так далее. А мы решили впервые сделать тематический буккроссинг. Сегодня тематический блок буккроссинга посвящен любви. А если быть точнее, произведениям, в которых преобладает романтическая любовная сюжетная линия. Такие книги всегда вызывали неподдельный интерес у читателей. Здесь книги представлены различных авторов, как зарубежных, классиков, современных авторов. На полках книги разбираются мгновенно, и мы поэтому каждый день пополняем эти книги, и также читатели приходят и пополняют. По словам сотрудников, буккроссинг очень распространен во всех библиотеках не только Татарстана, но и Российской Федерации. Важно, что инициатором именно тематической открытой полки буккроссинга была научная библиотека Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.